Всем good morning, это Харлоу и мама, и мы идем в магазин Коско. Ты идешь в Коско с мамулей, любимая. Харлоу выздоравливает, я пью второй день антибиотики, и дай бог будет получше скоро. Да, Любашка, пойдем в магазин? Да. Погнали. Ну вот мы уже в Коско, нам дали бесплатные штучки попробовать, да, Харлоу? Печеньки, большая коробка за 9,39. Так, голдфиш в рассыпанную, эти рассыпанные, да, Харлоу, голдфиш за 9,39. Нам надо такие? Нет, наверное, нам надо в пачечках, да, Харлоу? Нам надо, наверное, в пачечках, такие нам не годятся, а такие нам надо за 11,79, наверное, нет, это как сухарики. Наверное, не надо. Пойдем, мама хочет лекарство взять, Тайленол, да, чтобы не болеть? Да. Поехали. И хумус возьмем, все возьмем, любимая. Ну что, мы взяли с орешком вот такие большие мандемс за $14. С орешком, да, Харлоу? А вот эти без орешков, но Харлоу захотела с орешком, да, любимая? Да? Это бомбочки для ванн, Харлоу. Хочешь посмотреть? Стоит 14. Вот так кидаешь в ванну, и они пш-пш. Ты испугаешься, ты не любишь таких. Они так в ванне пш-пш-пш-пш. Как играют, там растворяются, да? Красивые? Там надо это есть. Ну, вы же вместе купаетесь, ты не будешь любить такие, ты не любишь. Помнишь, мама один раз делала, а тебе не понравилось? Стоит 14. Я знаю, давай уберем их. Вот такой набор помадок за $15. Красивые? Вот такие вот фирма, вот это вот. Стоит $15. Нравится? Да. Мама купила вам помадки, Харлоу. Сейчас сезон простуды. Я взяла вот таких вот два Тайленола, две баночки. Чтобы не болеть, они две баночки стоят 9,99. Вот они здесь внизу. Есть, конечно же, разные, но это бренд Коско. Хороший бренд. И вот такие у нас. У нас пока что только M&M'сы. И погнали дальше, Харлоу, да? Посмотрим, что там дальше будет. Разворачиваемся. О, вот тут спрейчики для носа. Давай посмотрим. Может быть, они и деткам хорошо. Daily Care. Давай посмотрим. Хорошо будет деткам? Нет? Если да, то я возьму вам. Надо изучить. Сколько они стоят? $14 за 3. Харлоу, что мы еще купили? Мы купили спрейчики и сейчас будем смотреть шампуни. Вот Пантин стоит 8,49 за одну огромную банку. Нам надо Body Wash, Харлоу. Нам надо Body Wash. Вот Body Wash за две таких огромных. Сколько их там? $10, да? Вот они вот такие огромные. $10 за два бадивашика. Сколько там грамм? Вот так вот. Сейчас я подумаю, посмотрю. Друзья, вот такой диван за 1899. Хорошенький диван. Тебе нравится, Харлоу? Мне нравится. О, кто-то уже заморал, значит, марки. Ну, диван неплохой. И вот тут синенький диван вот такой. Что он стоит, не знаю. Ну, очень миленько. Да, Харлоу? Харлоу, нам надо предзелы. Вот, смотри, предзелы. Нам надо взять предзелы. Возьмем одну. Вот это. Харлоу, помоги маме. Тяжелая какая. Тяжелая или нет? Нет. Она легкая? Да. И они у нас сегодня стоят 8,39. Давай посмотрим срок годности по июнь. Съедим мы ее по июнь, как ты думаешь? Да? Да.
Мы взяли вот эти чипсики, они насеяли, да, Харло? Мы взяли сметанку и сейчас посмотрим, что еще есть здесь. Хумус, пойдем искать хумус. Хумус. Где здесь есть хумус? Харло, если не будет хумуса, ты расстроишься? Я пока что не вижу, Харло. Ты видишь? Вот такие большие сосисочки за 13,79. Corn dogs. Наверное, вкусные. Но мы вообще брали, мне нравилось. Вот такие пироги можно здесь взять. Сразу порционно. Вот такие коробочки с рисом, с чикеном за 15,79. Ну что, мы будем брать хумус. Вот такой вот органик хумус стоит 5,99. Какой-нибудь вот это возьмем, и пусть вся семья кушает. 5,99 стоит органик хумус. Держи. Харло его очень любит. И органик сыр фета стоит 6,99. Купили две туалетные бумажки. Едем дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас напитки, чаи, соки. Сейчас посмотрю, что у меня там по спискам еще осталось, и буду от этого двигаться дальше. Вот это их энергетический напиток 36,69 стоит. Вот таких вот 24 баночки Monster. Вот есть черный тоже 36,69, да? Харло, нам это не надо? Нет? Нет, нам это не надо, мы это не пьем, мы за здоровый образ жизни. Я только что взяла большой пакет муки за 10,69. Вон такой огромный. И здесь 25 паундов. Еще у нас есть кое-что на списке. Так что мы идем дальше. Что это у нас? Это макалку делать такое для чипсов и так далее. Стоит 7,79. Это сода для выпечки. Нет, это сода стоит столько. И макалка не знаю сколько. Это что-то кокосовое. 6 баночек. Chicken nuggets. Стоит $11, а месяца три назад он стоил 6. За большую банку было $6, сейчас 11. Ну, что ж делать, будем брать... Ох, какая тяжелая, да, Харло? Будем делать салатики, вообще не знаю, нужен он нам или нет, но я думаю, нужен. Возьмем ли, бабушка? Так что рядом есть более изысканный майонез за 8. И здесь, конечно же, меньше грамм, но это прям гигантская банка, и мы ее берем вот сюда. Держи, бабушка. Я решила себе взять вот такой вот бюстгальтер спортивный. Упс. Может быть, буду дома носить, я даже не знаю, у него цена $14, и я положила к себе в корзинку размер XL, не знаю, подойдет мне или нет, если не мне, то маме. Ну, надеюсь, что подойдет. Я купила две таких водолазки за 9,97, вот такие вот для тепла. Положила в корзинку. Это что? Это тоже что-то интересное.
В общем, мы продолжаем здесь гулять и смотреть. Здесь штанишки для бега стоят 13,99. Вот такие вот. А это штанишки для тепла. Женские стоят 9,97. Наверное, надо открыть и посмотреть, что они из себя представляют. Вон там еще женские штаны для бега стоят 20-ку. Нежный, да, материал? Тебе нравится? Да? Там мы все купили, идем на кассы. Харло, будем пиццу покупать? Да. Давай купим пепперони, как ты любишь. Сейчас мама за все заплатит, посмотрим, сколько выйдет. Очень интересно посмотреть. Ну, идем вот на эту вот кассу. Ну и в конце мы решили заказать большую пиццу пепперони. Вот так вот это делается. Нам надо цельную пиццу. No. Почему-то не работает. Да, вот тут уже две. Нет, нам надо одну. Одну. No, no, no. One. Окей. И я сейчас заплачу 9,95. И мы пойдем ее вон туда получим. Хочешь пиццу, Харло? Как же без пиццы-то? Вот такие вот чуросы мы купили. Три штуки. Вот такую большую пиццу. Сейчас будем все убирать, да, в машину. Ну что, мы уже едем домой с Вавочкой. Вот тут у меня лежат чуросы и пицца, и полный багажник всего. За продукты я заплатила 210, плюс пицца с чуросами еще вышло $15. И, в общем, вот такая вот покупочка. Ну, в общем, на 210 я набрала всего-всего-всего. И так, немножко побаловаться, взяла пиццу и чуросы. И сейчас мы едем домой, покажу вам еще раз, что купила, и затем буду с вами прощаться. Вот такая вот покупка в Костко. Ну что ж, помимо туалетной бумажки, вот такая вот мука у меня. Вот такие вот corn dogs. Хот-доги только из кукурузы. Вот такие чикен-наггетсы. Это сыр Филадельфия на бутерброды мазать. Конечно же, прецелы. А вот такие вот с орешками мандемсики. Большущий майонез. У меня здесь вот такие бюстгальтеры спортивные. Таблетки Толинол, сметана, три спрейчика брызгать в нос, хумус, чипсики овощные и это, как это, теплобелье. Двое штаников и двое маечек. И сейчас покажу пиццу. Вот такая пицца, вот такие чуросы, вот такая пицца пепперони. Ух, вкуснятка, да, Харло? Всем, кто тоже будет кушать, приятного аппетита. Вот такая пицца с Коско, пицца пепперони. В общем, вот такие вот закупочки. Вот так я съездила в Коско. Подписывайтесь на канал. Будут различные обзоры покупок и не только. И, кстати, да, сейчас я еще покажу. Я сегодня была утром в Walmart. Что же я там купила? Я купила там на сейле. Сейчас покажу, чего. Так, Gingerbread House. Вот такой вот один домик для украшения. И вот этих два, они там были на сейле за 2,50. Поэтому я купила три. Дети их очень любят украшать. Это такое для них очень приятное занятие. Поэтому хоть и Крисмас, Рождество, Новый год закончились, все равно у нас будут эти домики украшать. И еще вот такая вот тарелочка.
Вот такая вот тарелочка новенькая тоже. И сейчас Харлоу будет пиццу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, как мы с Харлоу ходим в Коско. Харлоу, тебе понравилось с мамой? И сейчас будем кушать вкусную пиццу. Всем пока-пока.